Так, в интернет-магазине онлайн Trade.ru был куплен пульт Pioneer SDR320 для, соответственно, магнитолы. Так, ну и пришла доставка. Так, ну и что из себя представляет пульт? Ну, во-первых, пульт упакован в полиэтиленовый пакет с бумажным информацией, то есть на иностранном языке. Так, внутри есть сам пульт, батарейка, дальше инструкции по эксплуатации и предупреждающий символ о том, что некоторые части могут быть, нельзя выкидывать, короче. Так, ну и что из себя представляет пакетик? Так, на лицевой стороне написан тип, соответственно, пульта для пионера. На обратной стороне указана информация на иностранном языке. Так, изготовлено в Таиланде. Соответственно, фабрика в Таиланде. Так, ну и сейчас посмотрим, что из себя представляет пульт. Так, открываем упаковку. Соответственно, так, внутри упаковки находится сам пульт. То есть лицевая сторона, обратная сторона, в которой содержится информация о типе, ну и предупреждающий символ, что некоторые части, как и электронные, так и батарейки, нельзя выкидывать. Так, здесь находится инфракрасный датчик, который взаимодействует с магнитолой. Так, ну и на обратной стороне, то есть вот есть блок вставки батарейки. Так, следующее, что присутствует, это батарейка в пакетике, соответственно. Дальше инструкции на эксплуатации, как использовать этот пульт, в том числе есть на русском языке. То есть объясняются основные кнопки, что они управляют, ну и соответственно как управляют. Ну и содержится информация о том, где этот пульт, в случае чего можно отремонтировать. Так, ну и также в пакете присутствует предупреждающий символ, что части не нужно выкидывать, в том числе батарейки со свинцом. Они могут быть утилизированы соответствующим образом. Так, сейчас вскроем батарейку. Вот такая батарейка. Тип CR2025 на 3 вольта. То есть Panasonic, изготовлена, соответственно, в Индонезии. Так, сейчас попытаемся открыть. Вот открывается батарейный приемник. Так, ну и укладываем, соответственно, батарейку в этот батарейный приемник. Дальше вставляем ее, ну и проверяем основные функции. То есть рядом находится слева магнитола Pioneer, у которой в инструкции было написано, что именно данный тип пульта взаимодействует с этой магнитолой. Ну и включаем. То есть можем переключать, соответственно, станции,
предустановленная. Менять звук. Дальше. Менять станции. И тоже с предустановленными установками. Дальше есть дополнительные функции, то есть здесь можно управлять аудио, соответственно, выставлять эквалайзер, выставлять установки и так далее. Ну а в случае подключения, например, флешки, то есть также можно изменять тут треки, переключаться и так далее. Ну и есть самая главная кнопка, которая отсутствует на магнитоле, то есть можно отключать звук, соответственно, кнопка. Вот. Вот такой пульт, соответственно, был приобретен в магазине онлайн Trade.ru интернет.